ребята сейчас устанавливают подиум двухметровый для того, чтобы на него впоследствии мы могли поставить раздвижной экран светодиодный. Здесь все идеально, поэтому никаких сложностей не должно возникнуть. Будет выезжающая лестница, светящаяся. Сразу по программе идем. Значит, открывается двери в зал. У нас на видеоэкране ролики без звука. Вентилятор туда подставляете, и по мере нагнетания хватит, значит, убираем вентилятор с духовки. Ну, или если уже продымлено, тогда не включай полный белый свет. Строимся вот так вот судьями быстренько на общую фотографию, делаем общую фотографию, потом я говорю спасибо, они сходят, и мы лестницу затягиваем. Сереж, ты запиши тогда Олегу, передай, чтобы он все время, когда оркестр работает, если там 15 секунд пауза, пусть он тогда включается сам. Ну что, дорогие друзья, вы уже видели, что все, что привезли на нескольких грузовиках сюда в зал для того, чтобы сделать красивую площадку Champions Bowl, уже на своих местах, паркет уже на месте, сцена уже построена, стулья уже стоят для оркестра, оркестр уже даже чуть-чуть успел порепетировать, и вы видите, что уже ноты, все заряжено. Оркестр будет играть не только для участников, которые будут соревноваться на паркете, но и для всех гостей, которые придут сегодня в этот зал, и в перерывах между конкурсными выступлениями участников сможет сам потанцевать под замечательные всемирно известные мелодии. Осталось чуть-чуть навести красоту на сцене, отрегулировать работу экранов, которые сегодня просто гигантские. Ну и мы очень надеемся, что все наши усилия, все усилия организаторов, огромного оргкомитета, которые сейчас подходят к кульминации готовности, будут по достоинству оценены теми, кто придет и смотреть, и участвовать. И все мы получим огромное удовольствие от двух вечеров здесь, в конгресс-зале ЦМТ, потому что вечер обещает быть очень необычным, волнующим, восхитительным. Буквально через некоторое мгновение стартует Champions Bowl Moscow 2016. Декорации готовы, сумасшедшее освещение и один из самых лучших паркетов, который даже не видел сам Бродвей. Оркестр Гродненской филармонии готов встречать наши пары. Так что скоро мы увидим лучших из лучших на нашем паркете. Действительно, в этом году рекордное количество выходов на паркет, и это сказывается на нашей работе. У нас действительно выросла загрузка, но, несмотря на это, у нас есть постоянные клиенты, которые всегда к нам обращаются, и мы всегда рады новым клиентам. Большое спасибо Жене Кулигин, которая работала моим образом. Когда ты хорошо выглядишь, тебе намного проще хорошо танцевать.
Изначально, когда мы с Ольгой Панченко задумывали этот турнир с президентом ассоциации танцевальных клубов школы студии танца, мы хотели, чтобы он стал настоящим праздником и главным конкурсом года, и именно поэтому он получил такое название «Бал чемпионов». Хотя у танцоров про им не принято титулами себя называть, но тем не менее, вот мы хотели сделать так, чтобы каждая пара про им, даже если она делает первые шаги на конкурсном паркете, чувствовала себя как чемпион. Поэтому столько сил мы вкладываем в продакшн, в то, чтобы сцена была красивая, чтобы был живой оркестр. Все это для того, чтобы как можно больше людей занималось танцами и имело такую возможность выйти на красивый паркет и посоревноваться друг с другом. Очень высоком уровне, так что очень большое удовольствие. Очень приятно участвовать в таком большом конкурсе. Очень хорошая площадка, позитивная организация. Панель судейская просто потрясающая. Все отмечают очень хорошее качество музыки, атмосферы, света. Это один из самых лучших турниров. И я могу сказать, что он напрямую может поконкурировать с лучшими американскими топ-проем-турнирами. Оркестр остался тот же. К сожалению, мы потеряли слово «Дайкин» в названии турнира. Это первое изменение, пожалуй, поэтому нам, как организаторам, было, конечно, немного тяжелее, но мы, тем не менее, не только сохранили качество конкурса, но и, на мой взгляд, даже в чем-то улучшили его. И касается это нашего оформления, светового оформления. И в этом году действительно мы ввели новую номинацию. Мы назвали ее «Чемпионат», «Champions Ball». Это для тех пар, которые хотят соревноваться не только с участниками своего возраста, но и в такой группе, которая не учитывает возрастных групп. Все желающие могли зарегистрироваться в эту группу. Это, конечно, как правило, сильнейшие танцевальные пары. Именно поэтому вечерняя программа стала еще более насыщенной, еще более интересной. Ожидаем, что мы удачно выступим и, самое главное, получим море удовольствия. Новых впечатлений, самое главное, новый опыт. Кто понравился? Мне все нравятся. Особенно, когда все нравятся. Трудно решить, но приходится. Лучше бы не судить. Как паркет? Паркет прям удобный. Прям вот плавный, удобный. Идет как по маслу. Se l'amor mi costa questo, non voglio sconto, voglio pagare. We'll be right back.
замечательное, красивое событие. Победа нам удалась. Наслаждением танца. Танго. Было круто. Всегда это особое ощущение танцевать на турнирах, сделанных прежде всего для ПРО-М участников. Они отличаются прежде всего качественной организацией, суперская музыка. Спасибо организаторам, очень красивый турнир. Вообще счастье, эмоции переполняют. На чемпионате мира пары не сильнее тех, что были сегодня, поэтому было очень приятно сегодня выиграть, особенно выиграв все 5 танцев. Продолжать также дальше, расцветать, радовать участников и зрителей. Чтобы в следующем году было 10 тысяч энтриз, ровно вдвойне. Держать эту же волну, только вперед, нас радовать и делать с каждым годом это событие все сильнее и сильнее. Подошел к концу Champions Ball Moscow 2016. Организаторы нас решили удивить, они сделали дополнительный конкурс «Битва причесок». И мы ответственно можем заявить, что это один из лучших конкурсов ПРО-М в мире. А с вами была я, Катя Гусева. Друзья, любите танец, ведь танец – это жизнь.